Всем привет. Все привет, Это, значит, такой, ну, больше фановый обзор на экстра варкап, потому что демки просто охуенный, Вася. И Димон зарулил, и я не показал в том обзоре экстра демку Димона на карте Айсор, поэтому я ее покажу здесь, потому что это экстра варкап и экстра демка. вообще-то. 13,6, а это быстрее на 400, чем топ-1 на варкапе. Жвака. Хороший пиджам, максимально сразу начал, значит, отстреливаться. Ну, вообще все идеально, только вылетел после... Естественно, я. Ну, вылетел медленно, правда. Какие у тебя будут... комментарии, поэтому сейчас я поставлю на том Вообще ски. ничего не помню. Чё, как скорость должна быть? Как это было медленно или быстро? Вообще ничего не помню. По-моему, старт можно еще на 200 быстрее делать. Я не помню. Там много срезать, по идее, еще надо. Ну это БФГ раны, дрочиться не хочется. Тем более, ты их волец тут не хочешь. Не хочешь. Я так хотел, ты меня перебил. Ну тут вот в варкапе ребята здесь на 2800 вылетали с этой срамы. В целом, вот у тебя вот финиш 8200, а у ребят там по... хуй. У ребят там по 7200, типа на косарь. 7600, вот 7500 был. В общем-то все, пойдемте смотреть экстра варкап. Димон великий ужасный. Сейчас я выключу эту. Великий ужасный Димон зарулил. Зарулил! Экстра варкап. Ну давай посмотрим, что тут вообще. Ну, карта не самая сложная от Артура, я так понимаю. Не Как, ну, самое сложное. и Нос говорил, что это не самое сложное. Ну да, по идее. Чё, рассказывать что ли Ну уже? да, вот что-то расскажи Чё? нам, чтобы люди то знали, Валять что ты. БС, блядь, Так. иди, да. Но он не... Он... Но он не нужен, да, как бы? Да, он еще, знаешь, так находится по-ублюдски, не на старте, да, такой уходишь и за ним уходишь там секунды 2-3, блядь. Такой ублюдский БС, еще и не на 9000 секунд, там, на 90. Какой себе БС, короче, не буду его брать, лучше Гордон Нокс я пропишу, блядь. Значит, вот это лесит. Тут дабл джамп он залетается, в общем-то, ничего сложного. Я вообще изначально делал почему-то вот так вот, не знаю почему. Я не додумался делать просто вот так. Еще была такая идея об эту фигню, типа, делать дабл джамп под потолок и залезать сразу сюда. Но это тоже было медленно, быстрее, чем быстрее так сидеть. Вот это лесенка, все это херня, туда-сюда. Вот это место, самое отвратительное место всей карты просто. Это старт, ублюдское место абсолютно. Тут очень много роботов. Можно с приставом сделать дабл джамп и запрыгнуть сразу сюда. Что-нибудь, наверное, придумать, но это как бы... Ну, это очень нестабильно, в общем-то. Да, да тут все нестабильно, Артур вообще там, если бы не знал. Может, еще об этом делать. Я раньше делал типа, вот тут, дабл джамп и залетал сюда. Но, типа, зачем делать тут дабл джамп, если можно сделать тут? Ёпта, во, изи. Ну да. Все, это, И... три ролла, хотя, а что тут, блин? Три юнита и три ролла, как так, блин? А изначально, кстати, вот эту платформу я вообще, наверное, ни разу не использовал. Я ее вообще не видел. Я не подозревал о ее существовании. Ну это для ВК3, типа, больше. А, по-моему, она вообще появилась после того, как я ее увидел в ВК3. До Да, этого я не помню. мы сидели же за носом, спекли, такой, о, тут пап, типа, есть. Да. Я раньше в ВК3 проходил, типа, ну вот так. Пытался что-то придумать, там что-то вот так вот Ну это пытался делать. Я так сложно, блин. и... Да, я пытался это делать в ВК3. У Лоу. меня получалось долго. Лоу. Это все не важно, потому что мы уже находимся как бы здесь. Четыре лесенки тут у нас. А, упал. Значит, четыре лесенки. Так. Они можно аккуратненько забраться. Но мы-то в ЦП, у нас есть крутые дабл джампы. Да. Можно сразу, опа, сюда залезть. Опа, и все. Минус лесенка, минус джамп. Можно еще сюда, сюда, спокойно. О, можно отсюда срезать и сразу сюда попасть. Но! Но.
Можно же сделать тут даблджамп и срезать вообще всю часть пикап вообще. Да, да. Это, по идее, самый быстрый рост. И в ВК3, который... кстати, тоже так срезается. Да-да-да, в чем в ВК3 я был удивлен, что это вообще возможно. Да. Вот какая высота, ты видишь, какая высота? 48. 48? Я думал, там 72 какие-нибудь. Ну, выглядит страшно. Выглядит-то выше головы в разы, типа. Да, просто. Ну, по идее, это возможно. Так, да. Далее. Вторая комната. Ну, тут даблджамп, даблджамп, по идее. Я тут много пытался что-то придумать, типа вот такого там. Ну, это, по идее, не нужно. Хотя, по идее, А что, я так не делал, что ли? По идее, быстрее, да, чем туда-сюда. Да-да-да. По идее, мы делали типа вот так вот, да? Ну да. И вот, отсюда, типа, на эту рампу и так далее. А ведь можно, нет? И вот сюда сразу. Но это нестабильно довольно-таки, потому что тут довольно мало места. Под это, да и к тому же, для того, чтобы туда пойти, нужно как-то пешком пройтись тут. Хотя, с другой стороны, можно и вот так сделать. Ну, все, Димон, САП 55 давай. Да, 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 конечно. Целых 50 секунд срежет, я понимаю. Так, чё? Вот эта рампа, она тоже интересная, можно... Опа, овербаунс, неплохо. Так, можно, во-первых, сюда встать и дальше прыгать начать. А можно ее, вот эту поверхность там, вообще срезать начать. Это довольно сложный трюк. Грёбаный опыт. Так, опа, где? Да, где я? Что происходит? Опа. Так. Ой, какой сложный. Как, что такое сложное? Можно, в общем-то, да, вот так вот. Да, минус джамп, короче. Минус джамп, да. Да, срежет это секунду или больше. Сразу вот сюда. Но вот это место, ну прям вот в натуре дрочит со спейсингом. Тут на 20 упсов больше, ты вот не сделаешь дабл джамп тут. Ты все перелетишь. Короче, такая какая-то себе место вообще. Прям. Ну это больше да? Все равно в ВК3. Да, все равно в ВК3, наверное, больше. Угу. Тут что у нас? Тут у нас такая маленькая платформочка, и вот тут платформочка. Ну тут можно типа вот так вот чуть не срезать. По идее вообще нужно прыгать туда, но мы делаем минус джамп. Изи, да? Ну, сюда и туда. Ну, можно сделать дабл джамп и попасть сразу на третью. Да, за сейф-позился. Когда успел, вообще непонятно. Вторым в сейф-позу? Первым. Так, значит. А как же этот... Ну, у меня три их, блядь, чё? Я конфиг мускаля, у меня куча сейф-позов, я могу по всей карте сейф-позиться, как не в себя. Могу даже второй слой, блядь, у меня вообще... Вообще... Можно сделать даблджамп и срезать аж целых два прыжка, что, в общем-то, тоже неплохо. И вот это место. Ну, тут, типа, рампа, можно, опа, вот так вот завернуть красиво, и опа, уже в следующей комнате. Ну, по идее, это медленно. Можно сделать кое-что покруче. Да. Даблджамп, да, маленькую да, рампу. Да, вот да, это как вот. Же без маленьких рамп. А, да, это ж так. О, на 5 уксов больше и перелетел эту фигню. Ну. О, и вот такая фигня тоже происходила. Прыжок делался не на рампе, а вот здесь где-то. Не знаю, как это работает. В общем-то, третья комната. Сложная комната. Тут типа два очередных прыжка, тут типа ничего больше не придумаешь. Хотя, на самом деле, можно сделать дабл джамп в эту платформочку и залететь вот сюда. Но тогда как бы ты перпендикулярно упираешься в стенку, и вся скорость сбрасывается, и это, в общем-то, такой. Да, ну придумать или... здесь вроде можно много всего. Да, потому что очень много лестниц, дабл джампов, что-то можно сделать, прыгнуть как-то. Ну, лучше выбирать вообще... стабильный, конечно, роут здесь. Да, стабильный роут. Ну и тут, как бы. Первый раз всегда так проходишь. Опасно как-то все так. Да. По идее, можно сделать дабл джамп либо отсюда, либо отсюда, откуда угодно вообще. Сейчас не сделаю, в любом случае. Опа. Опа. Во.
сделал того жаба третью лесенку и залетел сразу сюда. Так все сложно, понимаешь? Да? Ой, запарень, короче, я тут. Так. Тут тоже можно сделать того жаба третью лесенку. Так. Можно и вторую. Но это сложно. Иногда в ране запарываешься. Запарываются попытки, когда заступаешь на эту фигню и падаешь вниз, и все плохо. Ну, сейчас не в этом. Сейчас о карте. Дабл. Джамп. Значит. Ну ты об вторую? Дабл джамп. Не, об третью. Потому что об вторую там слишком как бы быстрый дабл джамп нужно делать. Слишком быстро. Да. И в итоге приходилось как-то вот так вот облетать, как-то это там смог. В общем, далее. Ну, да. Тоже ничего такого интересного нет. И вот тут. Опа. Опа, что происходит? Так. Вот это место. Оно довольно такое прикольное, интересное. И неудобное, как отец, ненавижу его. А, вот это место, вот эта лесенка, я в нее запарился вот тоже очень много. Потому что я вообще как бы. А, ненавижу эту лесенку, короче. Идем дальше. Нафиг. Тут тоже такая лесенка простая оказалась бы. Но! Тут тоже можно делать какой-то дабл джамп. Не просто вот тут. А вот об эту лесенку, которую я стою. Опа! Залетел сразу на третью. Очень быстро. Да. Опа, опа, и все. Четвертая комната. Да, четвертая. Да, четвертая. Тут вообще роутов нет. Просто берешь, делаешь дабл джамп первую. На первый кубик. И пошел. Не набираешь больше 250 упсов. Опа. И уже практически все прошел. Срезаешь так скорость немного. Изи. А, прилетаешь, конечно, да. Что 260 упсов, это слишком много, понимаешь? Опа. И все, прошел. Тут нет роутов. Можно, конечно, там, типа, сделать там. Тут дабл джамп вообще все без остановок пройти, но это будет, наверное. Сделано через 20 лет, когда бионические руки станут легитимными. Так. Вот это место. Так. Вот эту рампу я изначально не заметил, кстати. Я в окутри думал, типа, блин, а как пройти? Сюда-сюда что-то прыгал, то, о, тут же есть рампа, ну, смотрю, а там платформа еще есть. Ну и залетел, так, значит, вроде все спокойно. Так. Ну. Это в ВК-3, а это в ЦПМ. Поэтому. Тут можно провал стрейфить немного. И опа. Так, опа, не получилось. Смотри. С дабл джампом. В натуре? Да, в натуре, ты же знаешь, что ты так удивляешься. Я не помню. Ты не помню. Я как первый раз смотрю, хуевая сижу. Егор. Так, значит. Ну и, кстати, можно было вот такое что-то сделать. Это медленнее будет. Да, это медленнее, потому что тут останавливается. Да, я самое. Так, значит, пятая комната. Так. Вообще ничего про нее не стоит говорить, потому что мы ее как бы срезали с помощью зуба. Если делать там дабл джамп, такой хитрый, да, то можно поймать оп внизу. Стабильный. Хочу напоминать вам. Да, стабильный. Что все, все оба с трампы, они стабильные. Да. В общем-то, а что происходит? Вы ловите эрмаус, делаете небольшой зуб и скипаете всю комнату нахуй. Она вообще не нужна, тут она. Изи скип просто. Он делается 9 из 10 просто всегда. Ну, оп, не вижу ловится смысла. 9 из 10. Смотри, сейчас 9 из 10 выйдет. Не, оп сам, типа сам оп не выбивается 9 из 10. Выбивается, я выбивал в офлайне, у меня демка есть, между прочим. Правда, она на жестком диске, который сгорел. Ну... Типа, правда, она у папы на компе, а у папы комп в другом городе. Да, да. И он постоянно приезжает. Да, да, вот это все. Я думаю, про нее не стоит рассказать. Самая сложная комната, на самом деле, всей карты. То, что вот эти черные квадратики были маленькие. Да это вообще изи, на самом деле. Самая легкая комната, это вон, предыдущая была. Точнее, вон там она была. Так, значит, вот это маленькая платформочка. Ох, вообще. Привыкнуть к ней было очень сложно, на самом деле. Прям тотальный мускул мемори, так сказать. Ух, делать это не такой уж легкий, на самом деле, скип. Да, ну выглядит то, что Димон делает, вообще, типа, изи.
Но по факту, вот у меня написано 27 минут. Это я играл, это я потел, сука, 27 минут. Димон, за 11 еще все рассказывай, уже всю карту почти. Так, вот эта платформа я вообще не знаю, с чем она зависит. Потому что это как бы высотой в 56 метров, она что в Q3, что в CPN залетает, становится просто, опа, залетел, все. А зачем вот это, не знаю. Ну, для дурачков, может. Борис, что ты делаешь? Борис. Борис, так. Вот это, кстати, платформа, вот мне тоже можно сделать. Да волжак как-нибудь какой-нибудь сделаем, да? Я думаю, даже тут волбар можно схватить где-нибудь в углах. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Так. Чё здесь? Вот эти вот лесенки, они прям вообще дико неудобные, прям. К ним было привыкать тоже. Вол, прям отвратительно вообще. Ой, в Q3 по ним прыгать, это вообще. Да, в Q3 я вообще не хочу об этом даже говорить. Я не понимаю, как нос вообще начинает терпел. Вот эта платформа, кстати, что в Q3, что в CPM можно скидываться вот таким вот прыжком. Довольно непростым, когда ты идешь на плюс 5 секунд, и у тебя такой, опа, надо вот такой скип сделать. Это вообще не... Вот эта платформа тоже может скипаться. Вообще все боковые вот эти вот платформы, они могут скипаться. Я не знаю, зачем Борис это сделал, вообще-то. Ну, чтобы... Как скипается эта платформа? Для этих, для слабых. Ну, для слабых. Для всех остальных, короче, да, кроме меня с Икарусом. Да. Так, значит... Тут, по идее, типа, ой, она высоко, ничего не сможет сделать, а, не заскипать ее. Ну, а у нас ТЦП, можно сделать дабл-джамп. Тоже сложный, как с детства, вообще. Упал, завернул, изи. Изи, да? Нет, это не изи, я использую, я дрочу отдельно эту срезу. Да ладно, серьезно? Она настолько сложная. Еще когда у тебя чек, там, плюс 10 секунд, ты, вот этот вот заворот, он кажется, вообще просто ты моргнул, все, его нет, уже. А вот настолько все быстро происходит. И, по идее, ты залетел сюда, и нужно вот без основок сделать ГФ тут маленький. 1-3-3-7! О! 1-3-3-7. Сделать ГФ там маленький, да, и залететь сразу сюда, без основок. И сделать это, когда ты видишь чек плюс 20 секунд, ну просто невозможно. Стоишь, тебе рука вот так вот трясется вообще. Как у зерга. Да. Вот это место. По идее, тут как? Вот так задумалось проходить, да? Вроде как. Да, ну у нас ТЦП. Да, у нас ТЦП. Можно сделать вот так и упасть вниз, потому что там потолок, сука, низкий. Либо мы можем сделать такой даблджамп и не долететь никуда вообще. Вот стоп, вот я тут попыток раз... Стоп тут. Можно сделать даблджамп сюда, сейчас сюда. И по идее это тоже можно делать типа без остановок, но без остановок сделать, когда ты видишь чек плюс 30 секунд, невозможно. Так. Так, далее у нас тут. Опа, типа, просто изи прыжки, да? На самом деле... Вот эта фигня самое кривое место. Самое кривое место на всей карте. Что, ну казалось бы, типа, вот прямая такая фигня. Да, да. Вот ты ударяешься, короче, опа, а тут треугольник оказывается. Как это вообще работает, я не понимаю, как борется за мапил. Я не знаю, почему тут треугольник. Но тут треугольник. И очень много бывало так, раз, что ты, опа, и падаешь. Опа. Это а тут прям все вот этот треугольник, да? Они все такие. Да. Да. И ты, когда видишь чек плюс 50 секунд, ты такой делаешь греф. А, и что? А, у тебя как чек я упал? С каждым разом растет. У тебя, ты начал с 5 уже, хуя, плюс 50 у него секунд. Да, да, да. Да, опа, такой, останавливаешься тут. Видишь чек плюс минуту. Сердце останавливается. Да, такой, а, встал сюда. Видишь, такой, поднимаешься, поднимаешься, сдеваешь чекпоинт, а у тебя уже минус 30 секунд. Чёрт. Я ж там постоял 2 секунды. Так, значит, боюсь, берем, кстати, тоже в близком месте, где-то в руку, в общем. Вот это место. Тут, типа, по идее, все типа, удар так сложно, технично, какого-то с приседами. Опа, какие нахуй. Сюда, опа, опа, залезаем сюда, опа, все с приседами, да? У нас... ЦПМ, чего можно? Ну, можно да. Запрыгнуть сразу сюда. Ну да. Либо вообще, типа, заигнорировать, типа, присед и облететь эту фигню. Да. Ничего. Она же, типа, палка короткая, чего облететь-то. Можно, кстати, по-моему, так делать. Да. Ну здесь, кстати, тоже много вариаций. Да, типа. Очень много вариаций вообще. Ой, мы с Икарусом просто сидели, блин. Балдели. Так, что у нас тут? Еще куда вообще плыть, непонятно, да? Вот эта фигня зачем вообще? Вообще, какая-то комната вообще была непонятная, я вообще не запутался в первый раз. Ну там вроде что-то видно. Вроде ну, как. Да, что-то есть. Ну, опа, действительно лесенка, короче. Но. Можно эту вот эту фигню срезать, сразу так прыгнуть.
Не знаю, можно ли это сделать только 3, почему нос хотел не делать, я не знаю, может быть, что это последняя комната и такая сверху, типа, ну, в общем, идем сюда, значит, повидим кубик, и прыгаем по нему, собственно говоря. Но вот это все нужно вообще срезать. Фигам, просто. Простым даблджампом просто, опа, ты сразу на кубике. Изи. Вы будете этого не сделать. Значит, тут у нас кубики, кубики. Надо запретить его тут 3. Да, можно. Типа быстрый ролл тоже с даблджампом. Тут. Че он такой сложный? В общем, нужно делать даблджамп тут. Сразу типа на этот кубик. О, не изи вообще, блин. Когда ты видишь чек плюс 2 минуты, это вообще не изи. Че так сложно, Дима? А-а-а, что-то. Так, че тут? Вон там платформа, значит, тут собираемся, на изи. Но! ЦПМ же! Да. ЦПМ же! Это. У нас тут даблджамп есть. Опа, сюда залетел, сразу все изи. Кутри, правда, так нельзя. Грустно. Значит, вот это самое просто убийственное место. Тут, когда поднимаешься, видишь, чек плюс 3 минуты, у тебя сердце останавливается здесь. Я чеки метра стоит. Вот так вот. Ползешь, вот так вот просто идешь. Аккуратно. Я когда смотрел за носом, я охерел, какого-то места прошел. Вот это да, очень опа, жестко. Опа! Опа, опа, и все. Он видел чек на это, плюс 50 минут. Ему вообще было похуй, блядь. Опа, опа, все проскакал, как не в себя. Минус просто уже идет. Вот этот парень, наверное, из будущего, блядь. Потому что, блядь, ну робот очевидно же, ну. Да. Ну и тут, типа, ямка в конец карты. Ну, типа, ну, рампа, ЦПМ, вот это все. Можно же как-то залететь с рампы. Опа, нельзя. А как так? Мы вообще, типа, много что-то было роутов каких-то, типа, что-то вообще попытались что-то делать с Карлсом, что-то вот такие какие-то роуты непонятные. Но в итоге нашли вот такой роут, вот, опа, и все. Изи. Изи. Вообще. Опа. 18 минут. Быстрее 4 включены. 9 минут. Изи. Ну, давай, не знаю, пройди, что ли. Пройди тебя. Себя пройди. Да сложно. Или что, демки сразу будем сказать? Не знаю. Давай что-нибудь попробую показать. Ну так, с как-нибудь с этими с читами, но. Опа, типа, первая комната вообще изи. В темпе. Че такое, опа, себя переби. Сюляга! А, все, не, не переби. Ладно, есть. Прикинь, прикинь. Такой, а, да ладно, сейчас я вам покажу, хуя перебить. Да, опа, 55. Да, да. Так, дальше, что у вас? Так, третья комната. А, не сделал даблджамп, зараза. А, типа сделал, ой, я сделал даблджамп. О, нифига даблджамп. Опа. Опа, долетел, долетел. Опа. Опа. Он так ставит, смотрю, опа. Тебе надо было сейф-пост нажать, когда ты сюда, типа, летел. А что-то подлагнуло, типа. Да, это connection interrupt, все, я не знаю. Да ёпта. Вот так вот бывает иногда. Типа, вроде бы, ну, изи комната, да? Да. Когда стоишь, тренишь ее, да, вот, когда просто отвлекся, такой, ну-ка, потренку, прям в комнату. И опа, 10 фейлов подряд, что-то, блядь, что-то я не умею проходить тортуры. Опа, залетел в дырку, как красиво, просто, easy, вау. Изи, 1.30. Минута 33. А на стоп тут работает? Посмотреть какое-то место. А. Нет, блядь. Не рублю. Ладно, не очень-то. Ну и пожалуйста. Ладно, пойдем смотреть ТМ. Че, мне с тобой сбегать? Ну я не знаю, я могу зашарить, в принципе. Давай, шарь. Егор шарит. Егор шарит. Ну, мы все демки, естественно, смотреть не будем, потому что пусть прокипоп сам свои 44 минуты страданий смотрит. Сам пусть покупает попкорн, козел. Да, мы, в общем, посмотрим только топ-1 демки, потому что, ну... Экстра, сами понимаете, карты всегда большие, и, возможно, мы будем делать иногда на экстру такие обзоры. Ну, в общем, нос 1.29. Первое место.
Просто невероятно. Вот мы как раз за ним спекали на сервере сидели. Я его уговаривал. Давай еще, еще, еще. Там дан, кстати, рефлексер был на сервере. Господи, инопланетная платформа, откуда она там? Просто посмотрите, что этот парень. Просто все без остановок, все очень быстро, прям моментально просто. Опа, опа, так, опа. Все, уже третья комната, я моргнул, но уже в третьей. Да как вообще. Он это сделал вообще? Как он так все пропрыгивает быстро? Как он ту маленькую рампочку сделал? Вообще, просто невероятно. Unbelievable. Очень быстро, Devil Q3. Посмотрите, кстати, как он кнопки жмет. Угу. А еще лучше посмотреть на эту красивую машну, что у него в руках. Блин, показалось, сейчас звук сделаю. Посмотрите реально, как он кнопки жмет иногда. Он прям так по всей клаве, так трун, типа, по всем направлениям. Это техника, скрытая техника для тортур. Опа, треугольник не упал, смотри. Это сверхконтроль просто. Да. Ну нос славится, конечно. Кто не видел мувик, мувик будет по ссылке в описании. Уф. Control and Beyond, просто охеренный мувик. О, господи, как он это делает! Он как будто ЦПМ врубил там. Че так быстро? И вы заспамили, конечно, но старайся лучше. Конечно, хотели попасть в мувик, так сказать. Да. Кстати, перебил свой же рек, между прочим, на этой карте. Да. Кстати, да. Ну и вот. Вот эти все плебеи. Даже из минуты никто не вышел, кроме Димона. Ну, Икарус норм, но он старался. Ну, Икарус, да, тоже потел. Мы с ним роуты, между прочим, искали. Половина роутов моя, половина его, между прочим. Ну, вы же он деды. Ну, да. Сразу видно, смотри, монитор у кого-то роут не украл. Потому что мы в онлайне не играли. Ну, ладно. А, и при этом МДФ демка у меня. Кто-то пиздит, да? ДФ. Это ты переименовал. Ну да. Ну ладно. Да. А, первое место. Димон. 58.0. Это просто нереально быстро. Дранк мастер. Я не помню. Ой, как все быстро. Ой, пиздец. А что, я так проходил, что ли? Димон. За 11 секунд. А, вон. Опа. Ты сохранял еще просто эти, я понял. Опа, там рампинг какой-то залетел. Тоже сверхконтроль, по идее. А, залетел сразу наверх. Ой-ой-ой, 57 проебал. Угу. Чуть с рукой. Чек плюс 3 секунды. А, ну ты? Не, там было 4 минуты. У меня чек плюс 20 минут. Ой, как все, ой, как опасно, да. Тут остановился, конечно. Ну где-то, да, 57 надо. Как у меня рука уже трясется там уже. Спотела ручка. Ну там сердце просто тух. Медленно, да, медленно. Да. Ну ты 56, короче. Ну да. Интересно. Ой. В дырочку не залетел, так что 55 надо. 8 секунд! Че, офигеть, перебил. Это ты себя перебил? Икаруса, не помню. Вроде Икарус там был, да? Как будто бы. Икарус в БПР, потом я его перебил. Ну, Undead в топе. Изи. Ну, я предлагаю посмотреть в 0.5 еще каждую демку. Что? Это 3 минуты. Типа... насладиться... мелочами, так сказать. Не, что-то слишком долго. Я бы сказал про наслаждение мелочами, шутку, блин. Ну что-то не. Тематизает вот это все. Опа, вот это цирк просто все влево и такие, опа, так, короче, все красиво. Вы понимаете все. Во, видал? Стрелу клавиши жмёт. Я, короче, остановил нуля и опа, разогнался как-то вообще дичь. Опа, так, встал, присел, не жестко. Это какая-то фигня, блин. Он там shift, по-моему, нажал на фрейм. Да, при шифте же скорость не набирается, кстати, при пешком, когда ты. Слышали, при шифте скорость пешком не набирается. Вообще не набирается.
Ну, да. Типа, когда ты стрейфишь, нажимаешь Shift. Ну, у кого-то, может, Shift это другое, типа. Shift у меня это призит. Призит. У меня Shift это ходить. О, видел, типа, палочка появлялась, типа, такая небольшая. Да. На фрейм буквально. Это, по-моему, в дефе что-то. Потому что у меня такая же хуйня бывает. Просто, опа, Shift, короче, нажал, здесь. Вот здесь будет только трун. Угу. Он когда по черным кубикам будет прыгать? А он уже пропрыгнул. А, да? Да. Я моргнул так, просто в стопскейле даже. Не заметил. Очень быстро. О, ЭГФ, это без остановки. Страшный нос человек, конечно. Да. Если вы встретитесь с носом в тартурном лесу какой-нибудь, вы не убежите от него. Даже если у вас ЦПМ, вы все равно не бежите. Как он может видеть плюс и идти так ровно? Так ты, у него закалка какая. Это как я Сити Рокет играл, типа. Опа, еще и цикл тут сделал. Ну, красиво. На, говно демка. Под конец вообще говно какое-то. Ну ты там просто уже сейвово начал, типа. Ну, карта вообще в ЦПМ, если проходить ее таким роутом, типа вообще не видно. Вообще нон-стопом тоже все. Еще и присел там, чтобы не задеть там стеночку на потолок. Скип вот этот, конечно. Он сначала вообще казался просто невозможным. Ну, что-то привык. Блин, ну, здесь, по идее, тоже можно наскипать вот в этой комнате. Возможно. Можно и нет. Может и нет. Типа с этой рампы, ты... допустим, сразу вот, вот на эти два падать. Там же можно разогнаться, волстрейфом сразу джампу. Не-не-не-не-не-не. По-моему, там хуйня. Я не помню уже. Там, по-моему, вообще далеко, по-моему. Руку вздержу. Да, на самом деле это записано все в таймскейле, а я просто воспроизводил фото. Так казалось долго стоит. Да, здесь оп. Так. Опа! Вот это среза вообще не видел. Тут присел. Ну, что-то вот это у меня получилось быстро. Еще тут без остановок. Господи, какой я псих. Ну, тут, правда, без остановок. Ну, ох. Главное, что там было, но... Тут не сделал даблджамп, что повезло мне, кстати. Вот эта комната довольно медленно получилась из-за вот этого вот момента. Ударился там о стенку, то и пришлось ползти аккуратненько. Что, кстати, добавило больше нервов, так. Слегка так, опа-опа. Получился даблджамп, кстати, я бывал там фейлил, кстати, этот даблджамп. Ну, там, да, фейлил плюс 50 минут. Грустно. И весело при этом, я не знаю почему. Когда фейлишь последний задолжал, почему-то весело. Ну да. Опа. Вот у нас, короче, результаты. Всего отправило 11 человек. Получается, отправил рефлексер Шаркости. И все получили дополнительный рейтинг. Нос вообще 110 получил. Читер себе. Накрутил себе там. Димон почти 69, ай-яй-яй. Да. Да, ну и в общем, да. Такие вот дела, все, отправляйте демки на Warcup 241. Это был опоздалый обзор. А? Это был опоздалый обзор какой-то. Какой? Опоздалый. А, ну и чё, чё? Какой уж есть, ёпта. Бьют. Главное, что есть. Да, ну в общем все, ребят, всем спасибо. Всем удачи, всем пока.